Добрый день, это клуб Spellscape. Сегодня мы увидим, что же такое Heroclix Bricks и что такое бустера Heroclix. Как вы видите, в принципе, Bricks это, в общем-то, набор из 10 бустеров. Почему они очень часто фигурируют как отдельный даже товар, который покупает, а не только вот как бустера, как в Magic или Pokemon или в других играх? Потому что, когда вы покупаете вот таким вот бриксом, обычно считается, что у вас будет меньше повторений и больше, особенно среди редких, и больше возможностей найти разные супер редкие чейзовые и другие модели, которые есть, собственно говоря, внутри. Сейчас мы откроем, и я сам первый раз в своей жизни буду открывать бустеры Гераклиса. В принципе, каждый из бустеров Гераклиса, вот он, вот такой вот прямоугольный, радостный. Здесь сзади описано, что к чему. И здесь мы увидим сейчас, что непосредственно уже внутри. Они картонные. Итого. Так. О. Так, итого, кто у нас здесь есть? Есть Пегги Нельсон, Бен Урих, Халк, Люк Кейдж, немножко другой, не такой, как в стартовом наборе, и Доктор Стрэндж. Так, итого, как мы здесь видим? Здесь есть вот такие вот с белыми. Это у нас идут комманы. И зеленые это идут анкоманы. И серебристая. У нас есть серебристая вот эта вот. Это редкая карта. Фогги Нельсон. Так, собственно говоря, сами карточки. Каждому из моделей еще идут карты. Итого, у нас есть Халк серого цвета, который выходил в 2003 году. 75 очков. Ну, в принципе, достаточно неплохая модель. Так, у нас он Брут и Монстр. Дальше. О, Heroes for Hire. Это у нас идет Люк Кейдж. То есть, тоже можно будет его использовать. Даже в том, что у меня уже есть. Стивен Фрэндж. Это получается Доктор Стрэндж. Первая карта, то есть, первая модель этого сета. Это идет 71 года написано, вот, например, комикс, в котором он был. Здесь идет Daredevil 78 года. Всего лишь за 10 очков даже есть. Это Бен Урих. Это репортер. Так, и наконец Фогги Нельсон тоже в Daredevil. Это помощник непосредственно самого Daredevil, именно его компаньон. Marvel Knights, Франклин Нельсон. Поверьте мне, я адвокат. Это неплохая карта. Она стоит, и карточка, она неплохая. Стоит всего лишь 15 очков. И вполне может неплохо быть как вспомогательной фигурой. Потому что, в принципе, здесь тут получается, он просто не дает отменять силы фигуры, рядом с которой он стоит. То есть, в принципе, он очень-очень неплохой. Но это вспомогательная фигура. Вообще, даже если так вот говорить, из этого бустера тоже можно собрать какую-то, ну, небольшую, не тематическую, но армию. Так, итого. Фогги Нельсон меня очень заинтересовал. Вот можно посмотреть его. Его вот, кстати, даже можете увидеть в текущем сериале, который идет. Он там есть. Фогги Нельсон там есть. Так. Это Бен Урих. Это какой-то один из родственников в Спайдермене. Еще классическом. То есть вы не должны думать, что здесь только по фильмам. Здесь на самом деле по комиксам, а не по фильмам. Поэтому здесь могут быть персонажи, о которых многие даже и не догадывались. По крайней мере, если не читать вот комиксы и не вникать в них.
Так, хорошо. Доктор Стрэндж. Вот такой вот. Ну, это, по крайней мере, первая фигура с этой. Даже очень интересно. Так, Люк Кейдж у нас будет. Он чуть-чуть отличается, наверное, своим дайлом от того, что будет дальше. Но, в принципе, эта модель неплохая. Да и скульпт, в общем-то, тоже. Плюс, опять же, один из достаточно популярных персонажей сейчас таких комиксов. Ну, Халк это Халк. Здесь просто его одна из альтернативных версий. Так, хорошо. Вот наши первые 5 чудесных моделей. Так. Давайте возьмем следующий. Вот здесь чуть дубовый лист. Бустер. Что у нас здесь? О, Электро. О, Черная Пантера. Есть! Это он. Это получается, сразу скажу, одна из... Это Чейз, медная карта. Она получается, ну, в минимальном квалификации это стоит, ну, не это, а вообще любая Чейз стоит не меньше $10. А это еще и Дардио. Потрясающий Дардио на троне. Мэтт Мёрдок. Итого у нас есть теперь Фогги Нельсон и Дардио. Очень хороший. Чейзовый Дардивл. Это прекрасно. Так, ну давайте посмотрим, что и дальше есть. Так, кто это у нас? А, Сова. Это, кстати, все равно идет редкая карта. Это серебристая здесь. Их можно отличать по эмблемам. Вот смотрите, бронзовые это идут чейзы. То есть одни из самых редких. Такие серебристые здесь переливы, они просто не совсем заметны, потому что есть еще белые. Ну, в общем, серебристые это редкие. Вот, например, у нас есть кто это? Зарни у нас идет зеленый это uncommon, ну, то есть более или менее редко. Так, это получается Черная Пантера, но это common, потому что он белый. Вот здесь белый, вот здесь зеленый, ну и коммоновая Электро. Так, итого, дальше, собственно говоря, сами карты. Так, карточки. Что мы найдем в карточках? Так. Лидер руки. Правитель. Это еще и альтернативный Дардио. Shadowland. 2010 год. И здесь, насколько я понял, это тот, в котором Дардио за 80 очков, которым он стал руководителем той организации руки, которой он, собственно говоря, пытался бороться. Так, надо найти хэнд-ниндзю, потому что он этого ниндзю может выставлять. Так, Сова, Заран, Черная Пантера, ну, мы еще видим его даже в фильмах, потому что сейчас он скоро будет выходить, ну и непосредственно Электро Начес. Так, Marvel Knights, рука Ассасин, Маршал Артист. О, она тоже из руки. Итого мы можем собрать 80 очков тематически, плюс 50 Электро у нас была в 2003 году в Дардивиле. Это у нас она идет. Так, Ассасина, рука... Marshall Artist. То есть, в принципе, они совпадают. Они даже очень неплохо будут комбинироваться. Так. Угу. Так, ну, это, конечно, хорошо. Получается, у нас есть даже, если армия стандартно идет
130 очков. 300 очков, здесь у нас есть 130. Если еще посмотрим, так, я вспомню сейчас Фогги Нельсон, которого мы открыли. Фогги Нельсон просто Marvel Knights. Не совсем подойдет туда, но, в принципе, можно посмотреть. О, потрясающе. Дардивил на троне. Так. Ну, и давайте откроем на сегодня, наверное, последний наш блистер. Третий. Сейчас мы... Так, возьмем еще раз с Халком такой. И попробуем его открыть. Табо, что же у нас внутри? Это прекрасно. Так. Итого, у нас есть как раз рары, анкоманы и команы. Так. Люк Кейдж у нас номер 08. Это такой же, в принципе, как у нас был. Так. Ну, это тот панишер, которого больше всего все хотят. Это панишер с ракетницей. Очень полезно, очень выгодно в игре. Панишер с ракетницей. Так, хорошо. Дальше, что у нас еще? Ну, начнем дальше. У нас есть, ну, это Капитан Америка. Из Авенджеров команды. Вот здесь есть, как вы видите, вот есть такие значки. Они не у всех есть. Вот здесь написано А. Вон у нас, то есть правильно. Так. Это команда Авенджеров. То есть, а, например, у того же Панишера здесь пусто. То есть он не из этой команды и вообще не участвует в команде. А вот, например, у Доктора Стрэнджа, которую мы открывали раньше, The Defenders. То есть это вот команды, которые еще более тематически как бы друг другу подходят. А если говорить о Дредивере, которому мы открыли, вот у него есть Акн знак, вот тоже он имеет определенную команду. Так, дальше. Ну, у нас Акна больше никого нету. Так, и наконец Хоукай с Тибрин Грасс. Вот он. Вот такой вот. Истребиный глаз, он, кстати, неплохо стреляет сразу две цели. Это его классический вид, это не новый, тот, который в фильмах. И, наконец, Наташа Романова, Черная вдова. Так. Вот она у нас. Да, вот прозрачная такая это. Это у нас Интронара. Так. И непосредственно, что у нас есть. Так, карточки. Так. Так. Черная вдова. Наташа Романова. Marvel Knights, шпион. 70-го года. И Авенджеры. Клин Бартон и Истребиный глаз. 73-го года тип. Стив Роджерс, Авенджеры, солдат, Капитан Америка, тип 73-го года. Ну, Кейдж, Люк Кейдж у нас тут, Heroes for Hire 97, 08 модель есть. И Панишер 08, Marvel Knights, герой, солдат. Ну, в принципе, можно Marvel Knights очень неплохо собрать. Вот из комикса Панишер с Дардивилом 2000 года. Очень неплохо. У него получается, что у нас расстояние 8. Гранаты. Так, когда Панишер попадает персонажа дальней атаки, вместо того, чтобы нормальное повреждение, дайте цели 4 повреждения. Это уже много. По 4 повреждения, 4 клика. Вот так вот. Ну, в эту сторону, на самом деле, вот так вот. Некоторые от этого могут просто умереть. И дайте каждому персонажу, который рядом с ним, еще 3 дэмэджа. Да, это наш выбор. Это очень неплохо. И плюс он имеет сайдстеп, это бесплатно, может передвигаться. Это очень хороший панишер.